Всем привет! Сегодня очередной коп, грибной коп. Заодно ищем грибы и копаем. Обычный лес. Когда-то здесь была воинская часть. Вот там вот вдалеке. Сейчас там приватная территория, заходить туда нельзя. А здесь рядом такие интересные горочки. Первую мировую здесь были бои. Так, погуляем, поищем лисички. Заодно, может, что-нибудь покопаю. Ну что, первая какая-то консервная банка. Посмотрим, что тут за консервные банки. Не консервная банка. Какой это артефакт? О! Что за фигня? Какая-то крышка. Мега крышка. Ладно, пусть лежит под деревом. Вот очередной артефакт нашел. Ключ. Наверное, 24. 19 или 22. Вот такой ключик. Это такое было? Ну да. Что-то тут прячется. Монитосик. Ничего себе. Монитосик. Первый монитосик. Копеечка. Вот нам с тобой везет. СССР. Одна копеечка 74 года. Ну вот, коп удался. Монитосик есть. Я же так и проверял вчера с тобой. Так, что-то тут. Пробка, да. Вот была очередная ямка и находочка, пуговка. Вот такая пуговка. Почти золотая. Находочка, гильзач от патрона. Очередной монитосик. Опять одна копеечка, 77-го года. Так, годится. Ну, с копеечками понятно, что копеечка это 11. 10, 11, 12 может звенеть. А вот найти бы что-то большее номиналом, как вот оно будет звенеть. Опять очередная находка. Пуговка выскочила. Алюминиевая. Может, какие-то надписи? Нет, ничего на ней нету. Обычная пуговка, но очень легенькая, алюминий чистый. Тем более тебе сейчас надо смотреть. 16. Очередная находка, ребята. Шрапнелька. 16-17. Сигнал был. Я и маленький буду в карман. Пила какая-то была. Зазубрин. Остатки какой-то. То ли ножика, то ли пилы. Ржавые.
Какой-то артефакт, да. Кружка. Армейская кружка. Армейская кружечка военная. Вот такая находка. Был сигнальчик. Что-то там в ямке хорошо так пикало. Что-то тут есть. Так. Оп. Это у нас монетосик выскочил. Что за монетосик? Сейчас будем разбираться. Какой-то чувак на коне. Десять центов генту или центу. Ну, центу. Литва. А вот какого года? Сейчас посмотрим. А, 1992 год. В общем, какой-то литовец здесь бродил, потерял. Бывшая ходячка в Литве. Зачетная монетка. Вот, ребята, очередная ямка. И выскочил вот такой вот артефакт. Звездочка. Серп и молот. Классная находочка. Зачет. Не ожидал, но сигнальчик был красивый. Чистый 24-25. Отличная находка. Вот, ребята, наши сегодняшние находки. Что нам сегодня удалось в лесу найти? Две пуговки. Гильзач. Шрапнельку. 10 центов бывшие ходячки Литовской республики. 2 копеечки. Советы. И самая интересная находка, вот такая вот звезда с серпом и молотом. Плюс ключ гаечный на 24 и 22, наверное. И какой-то старый нож. Вот такая у нас получилась сегодня покопушка. На этом все, ребята. Сегодняшний коп у нас закончился. Было очень интересно покопать. Много находочек. Пока-пока. Подписываемся на канал. Не забываем ставить лайки. Всем удачи. Мы поехали до дома.